Sega Mega Vega Drive. Я думаю, все проблемы из-за САСа. У вас там человек спит, но. Из-за баб? А, Боря суетолог, знает дело. Знаю. Должна быть обручальное кольцо ищешь? Одна и единственная, да, анальная. Короче, начались тренировки, первая сессия идет, я в нее не еду, колес нету. Пацаны катаются. Подгона, флипа, постановка! Много угла! Саныч, спасай! Ничего не горит, все нормально, просто маленько дал по стене. Был близок, но недостаточно точен. Да? Ну, очередной крышек. А, я в первую сессию не еду, потому что я жду, пока часть пилотов подразвалит тачки, уедут ремонтироваться, и во второй сессии будет мало народу и спокойно покатаемся. Такие у нас. Такие вот схемы. Какая машина? Карбон, шмарбон. Какой здесь жузет? Лучше для мужчины нет. Алло! Короче, ребята нашли Короче, отверстие специально для замены вкладышей без снятия движителя. Но бывают еще вот такие моменты. Газуем, газую сейчас со стиловым. Дружочек, я первым, он вторым. Я на макстреке, на бестреке, по ощущениям, убирался он в меня, мне так кажется. На разгоне он стартанул, я как бы просто не могу разогнаться. По воде макстрек получается тоже хуже, ну, мое мнение пока такое. Вот. Но мы со стиловым не разбились, уже радует. А у нас культурная программа, вылазка в столицу культуризма. Санкт-Петербурго. Кстати, вот, конечно, байкеры, они это самое, тревожные ребята. Кругом свет, красота, чуть за угол свернешь, чернота, дорог нет. Да? Да. И маргиналы спят. Маргиналы спят. Боимся, что в кузове кто-то у нас проснется, привезем. Потом привезем. Ну.